Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Если же чувство прекрасного у этих людей трансформируется в страсть к роскоши, то они способны опустошить любые кошельки для ее удовлетворения, из-за чего имеет шанс умереть в нищете. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Чрезмерные гордыни носители имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Главные качества этой личности – любвеобильность, романтичность, сентиментальность, душевная щедрость, тяга к прекрасному. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Покровительство Венеры дает этим людям неоспоримые преимущества. Как правило, они очень привлекательны и пользуются успехом у противоположного пола с юности до весьма преклонного возраста. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.